Так, сразу показываю по румстеру, по Шкоде. Вот болт, который стоял оригинальный, да? То есть его теперь выбрасываем. Нарезаем резьбу 1.5 шаг, где-то 1.5 сантиметра. Взяли ремонтную шпильку, с этой стороны 8, с этой стороны 10. Как это все будет сейчас? Резьбы даже очень, ну, предостаточно. Мы ее чуть-чуть углубим. Вот так сделаем, затянем с гравировочком, и все это дело будет теперь ходить. Так что, у кого случилась такая проблема, ничего страшного, место там есть, резьбу нарезать можно, ремонтную шпильку ставьте и вперед.